осталось у меня на одной ноге, на четвереньках, там, я сбил каким-то образом, оказались вот здесь. Контролируем так, как мы сейчас работали. Я контролирую, чтобы он меня никуда не ушел, да? Но долго такого не может быть, если мы одинаковые примерно по мастерству, да? Он найдет возможность, или на спину уйдет, ногами закроется, или еще что-то. Ну, найдет возможность. Поэтому, как только мы перегрузили, сразу идет следующее движение. Его тоже делаем не торопясь, спокойно, подгружая. Одна нога заряжается с разворотом корпуса, левая под левую, левая под левую. Его гружу, не даю встать. Очень быстро на нем вес держу. Правая нога перемахивает и забирает правую ногу. На нем вес держу. Потом пятки к пяткам. Пятки к пяткам. И начинаю, ноги поехали туда, к ногам. Ноги поехали туда, бедрами держу. И ухожу вот в такое положение. Вот такое положение. Пятки к пяткам, чтобы он никуда не делся. И отсюда очень спокойно забираю голову за лоб. Завожу руку, делаю движение. Самое главное здесь ногами контролировать ноги партнера. Если я ножки запустил и ногами ничего не делаю, то он отсюда найдет возможность, как мне сделать больно и уйдет. Поэтому сбили вот отсюда. Контроль. Тут же из контроля сразу завел и задние бедра, пятки проталкиваю вот туда, между. Вот сюда. Вот сюда. Вот такое движение. Что хочешь сказать? Ничего. Вот. Это правильно. Вот такой звук должен быть. Забираю голову, завожу руку и предплечье, так как у вас рукавички на руках, перчатки на руках, да? Поэтому и душу. Что неправильно? Я оказался здесь и сижу на нем. У него сейчас вольготно много вариантов. Руки захватывают мои. Да. Все, перевернулся, пошел. Да-да, все, уже. Верю. Он отсюда может таз, в принципе, поднять и меня поднять. Куда и уйти, да. И прошел там потом. Поэтому. На, повыше. Вот отсюда. Да. Пришли, я сюда такая работа. Гружу. Одна, вторая, гружу пятками вместе, носки врозь, сдавливаю бедрами, смотрите, ощущение. Пятками вместе и гружу его вперед, вот сюда гружу, вот сюда, вот, чтобы он мне руками этими не мешал. И здесь свободное пространство, запихиваю руку и душу. Не торопясь, спокойно поставить партнера на четвереньки, загружая, зарядить ноги, пятки. Вот таким образом, третья позиция в балете, да? Сдавливаю бедрами, ноги ползли к ногам, его распластать, загрузить диафрагму, грудь, лоб, предплечье, удушение. Погнали.